Ну и куда мы пришли? Слава Николаевского Экспо. А какую? На китайскую. А, Холстон. А это секретно, какую мы нашли. Я бы сказал это, даже на китайском, но это секрет. Секретная информация? Секретная информация. А какую компанию вы представляете? Это не секретная информация, ровно. Какая-то интересная штука. Делают мороженое. Bars Korea. I want to try. Could you? Thank you, sir. Андрей, как всегда буду испытывать на тебе. На сморкал, по-моему. Давай, чувак, да не подходи ко мне, пожалуйста. Подойду. Ну, давай. Снег обычный. Снег? Ага. Как бы они просто не видят снег, да. Для них это что-то крутое. Это да. Снег просто. Снег? Мы видим снег? Но он зеленый. Но она прикольно делает, я сейчас покажу. Снег со вкусом. Да, вообще обычный снег. Киви. Говорят, это киви. Это не снег. Хотя у них в Петрозаводске может быть, конечно, снег из киви. Пойду гляну. Все, я вошел. Задача снимать видео, как жить сыроеду в Китае, но в Китае сыроеду жить достаточно просто. Вот, например, одних сухофруктов тут громадная смесь. Вряд ли это сырое, скорее это жареные семечки. Но так как сейчас чуть попозже покажу, а пока поугараем над тем, что покупает Андрей с Сашей. Вкус классный есть. С детьми? Всякий раз. Я вообще не понимаю, с чем. Вот здесь с привидениями. С привидениями. Это тоже с привидениями. Хоть бы слово. О, нет. Это мне не поможет. Вот, а вот смотри, чипсы картошка с медом. С этим, с помидорчиком. С медом. Картоха с медом. А здесь с салатом. Будешь брать с медом? Вот, будешь пробовать? Нет. С огурцом? Вот занятно. С огурцом есть у нас. Да, есть? Да. О, даже есть с этим, с чаем матча. Да. Андрей, возьмем с йогуртом? Короче, вернемся к орешкам тогда. Вот это вот семечки арбузные. Что немного для нас забавно. Вот изюм у них знатный. Говорят, что он без сахара, но почему-то он такой засахаренный, я не знаю. Но может потому, что он очень сладкий. Дуриановые чипсы. С дурианом вообще все делают тут. Так что сыроеды тут прям рай. Нашли чайную лавочку. А вот можно, смотри, еще такое взять, да? Шарика? Да, да. Так тестировать надо было подороже что-нибудь. Так зачем? Какой возьму, такой и тестировать его. Будет пробовать чаек. Ну как чаек?
Да, попробуем. Как с костра. С костра это плохо? Делаешь? А что, ну чай как чай, я ник не шарю. Андрей шарит. О, достаточно Андрей интересно, она его готовит. Есть такой масштаб. Сказал по-русски, думаю, говорю. Да, да. А по-другому никак. Это очень сложно. We have same, but in this... Это только пуэр. Это пуэр. There is only пуэр. Whole of this is пуэр. А как? Объясни по голову, что не давал. Голова. Пуэр. Пуэр не про голову. Пуэр некоторые очень даже в голову. Да. Это даже голову. Как объяснить? Амфетамин. Экстази. Амфетамин эффект. Вот набрели на стенд уничтожение телефонов. Мужик берет и избивает телефоном гвоздь. Так а что, ему мужика нет? Кому, мужику? Угу. Классно. Да, только эти пленочки стоят 2 косаря, я лучше 10 пленочек обычных куплю. Нет, да каких 10? Я столько куплю, наверное. 2 косаря? 2 косаря, вот там вот можно купить. 2000 долларов. 2000 рублей. А стеклышки на Алиэкспрессе стоят по сотке. А пленочки и того меньше. Хочу поделиться с вами впечатлениями, аж засвистел. Пришли покушать. Вот смотрите, что я взял. На 50 юаней. А вот что нам продал дядя Папа Джонс. Почем? За 100. За 100. Мое? А если не видно разницы, стоит ли переплачивать 2 раза? И тут вопрос не о еде, ребята, задумайтесь. Это мы идем сейчас пробовать первый раз. Ого, собачки. В общем, мы идем пробовать первый раз в жизни шашлычок. Вот и дядечка, который делает шашлычок. Только надо как-то это купить. Hello. А какой хотите? Вот смотри, тут есть грибы, перец. Вот. Вот-вот, осьминог. Осьминог, рыбы, куски мяса. Еще устрицы. Собачки. Снова. Малиля. Собачки ушли. Так, Саша уже что-то заказывает. Ну просто, короче, выбрать и дать ему пожарить. И все. Да. Короче, я беру. Это... Что ты выбрал?
Я, в общем, взял кусочек мяса маленький, хотел на пробу, но она почему-то сразу положила три. Ну, видимо, да, потому что они слишком маленькие. Пойдемте. Возьми, пожалуйста, пакетик. Мой? Да, мой пакетик. Самое тихое место. Я, как вегетарианец, взял себе только стручковую фасоль. А я, поскольку не вру, съем кусочек мяса. Хорошо. Молодец. Ну, вообще-то это не мясо, это хрящики. Кусочек хрящики. Почему нет? Фрикаделька же. Я не понимаю, что это. Я брал пополам. Неправда. Серьезно? Ну что это, кура? Ну что? Почему кура, кружочками? Достаточно вкусно, только посыпано. Кура, потому что так выглядит. Кошка. 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 Хотя это вроде рыба, это как ее. А типа вот это вот не может быть тем, это чего мясо, ты боишься. Это хрящики. Ага. Я не знаю, что это хрящики. На крабовые паучки. То есть никто не умрет сегодня? Фрикадельки похожи на крабовые паучки. Кушайте вкусно, кушайте много. Всего доброго. Угу. Джингл был. Вот и закончилась очередная выставка. Думаю, мы еще зарулим на вторую фазу. Да. Мы как девчонки Ву. Девчонки Ву, я понял, о чем. Что это? Ха-ха, точно. Вы можете ехать на траволаторе или как белые ленивые люди. Опять расизм. Все люди ленивые. И все люди белые внутри, как я прочитал на одном курсе. Красные. Ой, мы приехали. Да, там большая очередь, все.